Здравствуй, Конор. Не желаешь ли со мной прокатиться? Здесь хорошо. Всегда так тихо и спокойно. Далеко от мирского шума. Расскажи, что ты выяснил? Я нашел двух девиантов в клубе «Рай». Надеялся что-то узнать, но пришлось их уничтожить. Ты словно растерян. Растерян и взволнован. Я просто огорчен отсутствием прогресса. Но твердо намерен выполнить задачу. Если ты не добьешься результата в скором времени, нам придется тебя заменить. Я добьюсь успеха. Мне просто нужно время. Что-то происходит. Что-то важное. Торопись. Время на исходе. Задолбал меня этой своей монеткой. Прошу прощения. 79-й этаж. О, Хэнк. Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка и меня не позвали? Это уже во всех новостях. Каждый спешит сунуть нос. Вон даже ФБР, будьте нати. Ах, только федералов не хватало. Как знал, что будет дерьмовый день. Что у нас тут? Группа из 4 андроидов. Они хорошо ориентировались и действовали организованно. Я пока не понял, каким образом они пролезли так далеко. На крыше были? Пока нет. Много надо осмотреть. Проверить везде надо. Они напали на 2 охранников. Парни решили, что андроиды из техобслуги. Но их и убили на месте. Один из сотрудников сумел спастись. У него шок. Не знаю, сможет ли что рассказать. Сколько тут людей работало? 2 человека и 3 андроида. Девианты взяли людей в заложники и вышли в прямой эфир. Потом удрали через крышу. На крыше? Да, с парашютами прыгнули. Пока мы не нашли следов, погода против нас. Захотите посмотреть, что девианты пустили в эфир? Гляньте вон на том. О, лейтенант! Это спецагент Перкинс из ФБР. Лейтенант Андерсон из полиции Детройта. Он ведет это расследование. Это что? Мое имя Конор. Я андроид из Киберлайф. Андроид вследствие по андроидам. Так надо, чтобы он тут отирался. После всего случившегося. Неважно. Скоро дело перейдет к ФБР, и мы разберемся. Рад знакомству. Хорошего дня. И поосторожней. Не натопчите меня там. Вот ведь ублюдок. Я тут рядом. Если что надо, обращайтесь. Так, давай осмотримся. Что найдешь, сообщай.
Да, лейтенант. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Думаешь, это РА-9? Девианты считают, что РА-9 их освободит. Этот андроид задался такой целью. Что-нибудь видел? Я определил модель и серийный номер. Есть что мне рассказать? Нет. Ничего. Взлома не было? Нет, никаких признаков взлома. В коридоре стоят камеры. Персонал должен был что-то заметить. Как они прошли? Может, на камеры не смотрели? Местных андроидов мы загнали на кухню. На их причастность ничто не указывает, но мы решили перестраховаться.
Назови свою модель. Модель GB300. Серийный номер 336-445-581. Каковы твои функции? Я оператор студии. Включи диагностику. Все системы исправны. Кто-то недавно проникал в твою память? Этого я не знаю. Ты был тут, когда девианты проникли сюда? Я этого не помню. Какие контакты у тебя были с другими андроидами? Только с моими сотрудниками в ходе рабочего процесса. Один из вас видел все через камеры наблюдения, но молчал. Это значит, что кто-то из вас девиант. И я этого девианта намерен вычислить. Если ты признаешься, я попробую убедить людей не уничтожать тебя. Зачем уничтожать вас всех, если девиант только один? Лучше сдайся добровольно, не губи своих ни в чем не повинных собратьев. Ты будешь навсегда отключен. Мы изучим всю твою память и проанализируем тебя с ног до головы по винтику. Тебя уничтожат! Ты слышишь? Уничтожат! Тех девиантов мы поймали. Они тебя сдали. Нет смысла отпираться. Мы все знаем. Это ведь ты! Ты грёбаный девиант! Давай! Признай! Hmm.
пытался остановить, но не успел. Здравствуйте. Я ищу Роуз. Она здесь? Зачем она вам? Мне надо поговорить. Она не хочет говорить. Уходите. Пожалуйста, это очень важно. Я Роуз. Вы меня ищете? Мне сказали, вы нам поможете. Помогу. Идем. Лучше в доме поговорим. Думаешь, им можно верить? У нас нет выбора. Ты как? Я замерзла. Зайдем в дом и сразу согреешься. Входите. Как тебя зовут? Алиса. Да у нее температура. Мы ночевали под открытым небом. Она устала. Наверху свободная комната. Уложи-ка ее в постель, а я принесу поесть. Адам, проводи их наверх. Со мной все хорошо. Нам нельзя останавливаться. Надо перебраться через границу. Тебе надо поспать. Отдохнешь как следует, и завтра пойдем дальше. Почему люди нас ненавидят? Мы ничего им не сделали. Может, они просто боятся?
Люди всегда боятся того, чего не знают. Почему нельзя просто поговорить? Они поймут, что мы хорошие. Может, когда-нибудь поймут. Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. Ты мигом встанешь на ноги. А это от температуры. Спасибо. Одежду я постираю. Тебе надо поесть. Ты уже давно ничего не ела. Хоть попытайся. Если что понадобится, я внизу. Ты давай поспи, и завтра станешь сильнее меня. Я с ней побуду. А тебя как зовут? Я Кэра. Это мой сын Адам. Я Роуз, но ты и так знаешь. Присядь с нами. Ну, расскажи мне, как вы сюда попали, Девиант и ребенок. Отец ее избивал. И когда я это увидела, у меня внутри что-то сломалось. Почему-то ее жизнь вдруг стала важнее моей. Я хотела ее защитить. И мы сбежали. Я поняла. Не знаю, как вас благодарить. Алиса бы не вынесла еще ночь на улице. Я просто стараюсь выручить, где могу. Почему вы помогаете? Люди чаще нас ненавидят. Было время, когда и к моим сородичам относились как к скоту. Нередко выживали только те из нас, кому помогали добрые люди. Говорят, вы переправляете андроидов через границу. Нам поможете? Единственный путь по реке, а зимой она замерзает. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору, все теперь на нервах. Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока все не уляжется. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Прошу. Помогите нам. Скорее подойди. Что происходит? Там Мэри. Она отключилась. Мы сбежали вместе. Все мечтали, как мы будем жить на свободе. Я ее люблю больше всего на свете. Как жить без нее? Оставим их. Алиса?
Что ты делаешь? Тебе надо спать. Я не хочу спать. Идем, Алиса. Она больше не хотела оставаться в комнате. Все в порядке? Да, в порядке. Нельзя их прятать. После всего, что сегодня случилось, слишком опасно. Знаешь, что будет, если полиция их найдет? Нас посадят, мам. Ты это понимаешь? Посадят. Адам, мы это уже обсуждали. Нет. Я больше терпеть не стану. Ты пустишь жизнь псу под хвост ради этих машин? Они не машины! Они живые! Я живой, ты живая, а они... Они роботы! И ты бы этого не делала, был бы папа с нами! А ну не смей говорить со мной в таком тоне! Я не пойду в тюрьму за то, что ты с ними возишься! Замолчи сейчас же! Все, хватит! Ты не слушай. На него просто иногда находит. Он никак не смирится, что отца нет. Он хороший мальчик. Я пойду выясню, удастся ли переправить вас сегодня. Ладно? Подождите, я ненадолго.